выбрался на рыбалку. Ну что, почин был, одного карасика поймал, подлещика и тараньку, и все. Но пока больше ничего. Да, похоже на карпа. Ну, возьми самого паца больше. Ага. Вот тут овн большой. Где она, я что не вижу его? Вон он. Подожди. Вот тебе, блин. Ну, у тебя черный червяк. Черный червяк и каша. Каша. Убийца карася. Почти. Ну и нижний крючок. Да. Я же говорю, одна удочка клюет. Да не, по-моему, карась лежит. Лезь, да? Ночь прошла спокойно. Три леща и один карась. Карпа не было ночью. Да подмотать надо чуть-чуть, Реш. Есть? Давай. Неужели? Красавец. Неужели? Ну, Сережа, ну это место классное. Горох. Ага, горох. Чисто горох. Вот черный червяк еще был. А, там и червяк, и этот вот, и горох вместе. Бутерброд. Да, потому что... Вот это вот наш умывальник, кстати. Очень удобная штука. Чистенькая водичка. Можно умыться, руки помыть. Полотенчик рядом. Все цивилизованно. Ну что, все, друзья. Закончилась наша рыбалка. Посмотрим сейчас наш улов. Все, будьте здоровы, не хвоста, не чешуй.